Здравствуйте! Хочу поделиться с народом одним рецептом. Это у меня уксус яблочный. Он бывает немножко с осадком. Но я буду рассказывать не о изготовлении, не о рецепте изготовления яблочного уксуса, а о его необычном применении. Яблочный уксус я изготовила сама. У меня даже получилась пленка, которая образуется не всегда. Она похожа немножко на чайный гриб, такая склизкая масса. Ее можно потом использовать при повторном изготовлении яблочного уксуса. Ну а сейчас о моем рецепте. Он касается женщин, некоторых женщин в связи с физиологическим строением бывают в определенные дни боли внизу живота, связанные с детородным органом. При этих болях многие женщины даже не в состоянии бывают работать. Настолько они бывают сильные. Обычно девушки прибегают, ну или женщины, или девушки прибегают к обезболивающим препаратам, но даже они не всегда эффективны бывают. И вот если в такой ситуации, при таких болях, вы возьмете яблочный уксус и вот обычную такую одноразовую салфетку, желательно, конечно, хбшной, марлю, но можно и вот теми, которые сейчас в ходу. Смачиваете, значит, тряпочку и потом втираете вот этот яблочный уксус в стопы. В стопы втираете, пальчики протираете. И делайте эту процедуру, ну, в течение 2-3-4 минут. Это значительно облегчает боль и возобновляет силы человека. Это проверено непосредственно на моих близких. И однозначно такой эффект имеет место быть. Кроме того, яблочный уксус, принимаемый натощак утром, можно начать с чайной ложки. Чайная ложка уксуса на стакан воды и натощак. Немножко кисловатая, и все, очень приятно пьется. Через несколько дней можете, если никакого дискомфорта не будет, можете перейти на столовую ложку. И также добавляете в стакан воды и выпиваете натощак. Такое питье, значит, способствует даже немножко похудению. В общем, нормализует кислотно-щелочной баланс в организме. И, в общем, очень полезно. Но хочу предупредить, что не покупайте в магазине яблочный уксус, который не бывает яблочным, просто бывает подкрашенным. Лучше сделать его самому или же постараться найти натуральный. Он не бывает дешевым, натуральный яблочный уксус. Но он редко бывает в продаже. Так что пользуйтесь этим рецептом на здоровье.